соседняя. Боковые стулья. Первый стол для Борисов. Второй. Сергей Ядров. Третий. Дмитрий Рыбин. Четвертый. Сергей Писарев. Пятый. Анатолий Прихотин. Представляем боксеров. Весовой категории 50 килограммов. Первый полуфинал «Красный лоб» Иван Петров. Красноярская спортивная школа «Синяя» Сергей Кикина. Центр.
синему ринга Сергей Тихонов, боксер первого юношеского разряда из Центра физической культуры и спорта. По 2005 году рождения провел 46 боев, 38 одержал победу, является победителем интереса Санкт-Петербурга 2019 года и двукратным финалистом турнира на призы Николая Валуева. Тренируется под руководством Андрея Овчинникова и мастера спорта СССР Григория Румянцева. И выходит в финал боксер из синего угла ватага Сергей Тихонов, центр физической культуры и спорта.